выдержать ширину и соблюсти глубину. Простые правила, которых придерживается 9 пахарей из партизанского округа. Все они собрались на конкурсе для того, чтобы доказать свое мастерство и проверить, чье крестьянское хозяйство лучше умеет пахать и сеять. Первые соревнования проводили еще во времена Советского Союза, а сейчас уже традиционный конкурс встречает лучших механизаторов и трактористов. После жеребьевки участникам достается выделенная территория, а за каждую уже закрепленный судья. Они работают, допустим, трехкорпусным плугом на 30 сотках. Вот эти 30 соток они делят на две части. Одну часть они проходят, вспахивают свал, вторую часть в развал. Вот. И все это судья строго за каждым проходом следит и записывает себе в журнальчик. Участие в конкурсе прежде всего обмен опытом, ведь каждый работает с плугом по-разному. Сейчас профессия механизатора трудна и необходима людям. Фактически те, кто работает в поле, обеспечивают продовольственную безопасность страны. Ну, изначально подготавливаемся, как эти все правила соблюдения. Земли разные, есть тяжелые, есть легкие. Здесь она на этом поле также видно, есть где тяжелая, где легкая почва. Конкурс делится на две номинации – до 35 лет и те, кто старше. За победу номинанты на первое и второе место получили грамоты и сертификаты. Работы у этих людей, как говорится, поле непаханное.